Подкрученный к воротам мяч. И вот он рекорд. 144-й гол. В чемпионатах страны. И 101-й мяч за «Зенит». Вторую сотню разменял. Артем Дзюба забивает третий гол «Зенита». Вот какой отрезок, да, 10 минут хватило «Зениту», даже меньше для того, чтобы два мяча забить. И выход Дзюбы, а опять ты видел, же, Павел, вопрос сейчас, о том, как Сима. А ты видел, что сейчас сказал Дзюба? Я должен быть. И показал на поле двумя пальцами. Это, я так понял, он Сергею Симаку рассказывал, что он должен быть.